Итак, здравствуйте всем любителям Бакуган. Это Blacks 325 и моя коллекция Бакуган из 200 штук. Сегодня у нас уже 6-й выпуск. И сегодня, как я вам обещал, я покажу Максус Гиллиус. Вот его части. Также вам хочу объявить радостную новость. Все, у кого есть кабельные, могут смотреть Бакуган по будним дням в 20:00 Gandalian Invaders, гандальские захватчики. Сегодня вышла первая серия. Там мы встретились с Джейком, новым другом, и с Бакуган Интерспейс улучшенным. И узнали, что случилось после того, как закончился второй сезон. Вы помните, как он закончился? Они приходят на испытание Бакуган Интерспейс, и приходит какой-то боец. Там показывали, что дальше происходит, потом он дает им улучшенные эти данные ДНК, и они создают вот этот Бакуган Интерспейс онлайн-игру. Но вы будете смотреть сами. В час по будням и в 15:40 будет повторка. Можете посмотреть. А сегодня я вам покажу вот еще трех Бакуганов вместе с Максус Гиллиусом. Это Бакуган из третьего сезона. Вот они. Хороший Бакуган. Сильный. Ну ладно, сейчас продемонстрирую. Итак, первый Бакуган это Рикарен Вентуса. У него... Сколько у него там... у него там 920G. Вы, наверное, не видите, но вон там написано. А, у него 910. Проявилось. У него нельзя ставить никуда вот боевой механизм. Это Бакуган, у которого нет боевого механизма. А, кстати, они там боевой механизм назвали доспехи. Теперь 4 варианта названия боевого механизма. Это боевое снаряжение, боевой механизм, Battle Gear и доспехи. Так, следующий Бакуган, это Бакуган Рена, того самого, Лайнхолд. Он очень сильный, у него 920G, вот смотри, 920, очень сильный. Мне, конечно, повезло с ним. Сейчас покажу, как открывается у него боевой механизм, вот так. Вот он с боевым механизмом так. К тому же, сейчас я вам покажу Бумикс, его боевой механизм. Бумикс у меня золото. А в мультике он был серебра. У Бумикса 80G, и сейчас я вам покажу, как он выглядит с Лайнхолтом. Вот я уже поставил Лайнхолта. Вот он. И Бумикс, вот он. Собственно, Бумикс. Сложим давайте Бумикс. Сложим Бумикс. Его потом покажу, как его правильно складывать. А пока посмотрим, как будет это все в закрытой форме. Вот мы видим Лайнхолта и Бумикс. И что у нас дальше? Сейчас мы... Вот и вуаля. Вот она. Это он немножко спадает. Сейчас я его буду держать. Вот, это Лайнхолд вместе с Бумиксом. Общая сила у них 920 плюс 80, это 1000G. Очень мощная. Вы можете своего друга раскромить прям наповал. Ну ладно. Обратно из боевого положения выдвинем и поставим на место. Сейчас я вам покажу, как собирать этих трех Бакуганов, потом перейдем к Максу Гиллиусу. Этого очень легко собирать, тем более, если он с карты упал, то он сам уже закрывается. Просто вот так вот складываете и доскладываем головку. Готово. Следующий это Лайнхолд. Там говорили, что он в мультфильме Лайнхолд. Но мне больше Лайнхолд предпочитается. Лайнхолд как-то не так интереснее. Вот и все, как вы видите. Очень легко его сложить. И последний, это боевой механизм. Сначала складываем вот эту
Если эту не сложим, то все остальное не закроется. Вот бумикс готов. Бумикс золота, как вы видите. Ладно. Вот они, наши три бакугана. У меня есть также Дорок и его Аэркор. Может, покажу вам в 8-м выпуске. Вот они. Лайнхолд, его боевой механизм и Рикарен. Ну ладно. Перейдем мы к Максус Гелиосу. Итак, Максус Гелиос состоит из 7 частей. Да, у него 7 частей. Вот они сами все. Первый Бакуган — это скреппер Акваса. Нога от Максус Гелиоса. У него 670G. Следующий Бакуган — это Клагор Вентуса. У него 590G. Следующий Бакуган — это Спиндл Пайроса, у него 550G. Следующий Бакуган — это Лиф Рам Саптеры, у него 460G. Следующий Бакуган — это Фокс Бет Пайроса, у нее, сейчас мы посмотрим, сколько G. У нее 760G. Она на втором месте по величине Бакугана. Самый первый, сейчас вы его увидите. Следующий Бакуган это Фенцер Даркуса. 680G. И самый последний Бакуган это Киберг Гелиос. У него 800G, не поверите. 700. Вот там не видно. У него там 800. Вот. 700 появляется. Он Хаусен. Сейчас мы попробуем сделать Максус Гелиоса. Итак, для начала мы берем вот эти две ноги. Вот эти две ноги, которые падают. Сейчас мы возьмем карточки. Без карточек тут обойтись. Сначала мы открываем вот здесь вот такую вот штуку. И здесь такую же. И нам нужен сам Киберг Гелиос. Значит, подальше поставим, чтобы видно было все. Вот так вот берем. И второго также. Вот. Вот у нас уже ноги. Но они еще падают. Так что нужно идти дальше. Пока пусть падают немного. Следующий это Фоксбет. Присоединяется. Мы закрываем голову и рога. Открываем вот здесь. Вот так вот. И берем Максус Гелиоса. Присоединяем ему вот сюда. Вот так вот. Так, вот нам уже готов. Уже почти все готово, но не так быстро. Все равно у меня немного падает, но ладно. Итак, дальше идет Фенцер. Фенцеру мы складываем ноги. Так. Вот. И открываем вот здесь внизу вот такую. Вот. Берем вот здесь вот так вот. Значит, вот. И сюда присоединяем к этому. К Фоксбету. Итак. У меня немного отваливается Клевгор. Потому что там винтик приболчен немного неправильно. Ладно, идем дальше. Спиндл.
спиндл. Вот так открываем у него вверх. Вот. Вот видите? Так вверх. И присоединяем к фенцеру. Вот у нас уже почти получается. Остался последний Бакуган. Это Лифрам Саптеры. Вот он. Лифрам Саптеры. Берем, значит, с другой стороны. Вот так вот. Мы взяли. И подсоединяем тоже к Максус Гелиус. Вот у нас и получился сам Максус Гелиус. Вот он. Сейчас покажем вот так. Вот. Это Максус Гелиус. Очень мощный. У него 4500 G ровно. Очень мощный, отвечаю. Вообще, я чуть не офигел, когда его увидел. Но, ладно. Вот мы с вами собрали Максус Гелиуса. Это не подделка, ни один Бакуган не подделка, и сам он не подделка. Вот. Сильнее, чем Максус Драгоноид. Вы его еще увидите в специальном выпуске Максус Гелиус 7 в одном. До скорой встречи, бойцы!